Continuation of the story with mobilized soldiers from the Moscow region aggressively talking to the officer about their lack of proper equipment and treatment. Filmed up close, the insults by the soldier were followed by punching the officer in the chest, and more insults. Верховного главнокомандующего о обеспечении форменным обмундированием и всеми принадлежностями мобилизованных и о тренировках мобилизованных. То есть, по сути, вы саботируете указы главнокомандующего. Соответственно, вас положено арестовать. И также весь штаб вызвать сюда представителей военной прокуратуры и верховного командования и донести до них, что здесь происходит. Сейчас, подожди, вот по поводу гуманитарки, все офицеры забирают. Почему у нас выдается не армейский жилет, а вот эта дрочь китайская? Объясните мне. Потому что у него класс защиты в лучшем случае 4+. И то его еще никто на отстрел не проверял. Проверяли, ну и как? Пробил. Проверяли. Пробил. Стреляли по нему 5.45, пуля торчит. С какого расстояния? Пробито насквозь. Мы пробивали, ну, с метров с 50 мы сбили. Насквозь пробито, лежали, блядь, плиты. Так пуля торчит или ее пробивали? Пробито. Вы что-то путаетесь. Пуля торчит, 5.45. Пробито насквозь. Пробито насквозь. Лежали плиты. Лежали плиты на 100 метров насквозь пробиты. Может, мы другие плиты пробивали, я не знаю. Там была черная. Нет, так может или другие? Давайте говорить точно. Давайте на стрельбище и проверим. Черную плиту, совершенно верно. Это не плита, это керамика. Ну я видел плита. Пробито насквозь, да. Лежал. В прошлый раз насмотрели, нам сказали, портупея поверх бушлата не одевается. Сегодня пришлось это делать. Вот с этим как воевать? Вы так и не ответили. Как вот из этого подсумка что-то достать? Как 20 лет назад воевать? Такой был, блядь. Почему ребята все сами покупают? Разгрузки, блядь, вот аптечки, херечки. Почему? Когда 90% личного состава болело, сначала болело меньше. Вместо того, чтобы отселить больных в отдельное помещение, там хоронятся особо приближенные к императору. Я конкретный пример сейчас привожу. Конкретно это к императору какому императору? Не знаю к какому. Командиру полка, командиру батальона. Не знаю. Ну явно не обычный солдат там. Но там, грубо говоря, живут обычные солдаты. Когда это доводится до непосредственного начальства на местах, там, включая командиров рот, никаких решений не принималось. Заболеет 100% личного состава, все пройдет, переболеет. Нахрен мне это надо? Я пришел, неделю лежал в больнице. Заболел воспалением легких. Когда я узнал, что ребята могут без меня уехать, я написал заявление, что отказываюсь от дальнейшего лечения по собственному желанию. Приехал сюда, чтобы, не дай бог, мои ребята без меня не уехали. А всем остальным на это насрать. Почему я договаривался с начмедом, чтобы положить в больницу старшего сержанта Галдина? Почему это не делают другие люди? Где комбат? Где командир роты? Давайте состроиться, берем его и спросим сейчас. Я у вас хочу спросить, где он? Ну давайте, вон он стоит там. Так должен ли он в строю? Ну так я вас спрашиваю. Пойдемте, возьмемте его и вы. Давай так стоять, ничего, плюньте на воротник. Вы офицер, вы держите руки в карман. Ну а что ты? А? Вот этого не надо делать. Тихо, Саш, не распускай, Саш. Вот это не надо делать. Ты что, въебутый, блядь, башка отлетит, нахуй, дурак. Я мастер спорта, блядь. Ну хорошо, я рад. Таких, как ты, нахуй, просто загибаю, блядь. Ну, я рад. Не смей так со мной разговаривать. Ты офицер. Офицер, блядь, а вы руки в карманах держите. Ты хуйло. Я тебе говорю, ты хуйло. А вот за оскорбление можно... Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ну, давай. Я никого... Давай. Солдат никого не бью никогда. Руки из кармана вытащи. Ты в зеркало видел, фуцу? Вижу. Ну, видел. У меня к тебе теперь такое отношение. Ты стоишь, руки в карманах. Офицер, руки в карманах. Блядь, я должен, блядь, кого-то бить. Ну ты пошел отсюда нахуй, раз тут никому ничего не вдох. Вот вы сейчас зачем так говорите? Затем, что я выражаю мнение коллектива. И если я не прав, коллектив мне скажет. А коллектив считает, что я выражаю их мнение. И я прав. Более чем. Я прав, более чем. То, что вас не полностью обеспечили, это не означает, что... Какое ваше отношение? Да. Так же к вам и относимся. Это что вы можете передо мной стоять вот так, ёпта. Я так и не стою. Серьезно? Нет, я хочу, блядь,
Ты чё, блядь? Ты чё, глаза ебешь, быть задутый? Я с вами, я как считаю нужным, после того, как вот я все видел, как считаю нужным, так и буду с тобой разговаривать. Понял? Но это неправильно решение. Да ладно. Неправильно решение. Поверьте, неправильно. Вот за время, сколько я здесь был, я с такими солдатами переговорил и пытался вас душу уложить. А вы сейчас не слушаете. Зачем? У нас душа на месте. Хуй вы на нас положили, а не душу уложили. Тебе с нами-то не служите, в окопах не сиди. Вы на нас рассказываешь о чем-то. Мы завтра уйдем, вы про нас забудете. Не несите чушь, блядь. Откровенную.